Эй, друзья, добро пожаловать в GTA Online! С вами сегодня Леон и Маугли штурмуют гонки, гоночные трассы. Здравствуйте всем, друзьяшки! Эй! У нас какая-то должна быть сейчас гонка по пляжу? Да. Ну что-то я пляж-то не вижу нигде. Я ж что-то подобрал, я же должен был что-то подобрать. Так у нас еще и контактная она здесь. Да-да-да-да-да. А, меня вытолкнули, я улетел. Прости меня, по-моему, я приложил к этому свою машину. Свой бампер. Офигеть, у нас тут все просто летает. Я, кстати, подбираю вот эту штуку. И да, вот все, я могу лететь. Вау! Странно, ни хрена себе здесь. Погоди. А, надо назад разворачиваться. Да? Тупик, да? Все как хитро. Смотри, все залетают. Свет вообще очень козырный. Вообще, прям, знаешь... Как фильтр в Инстаграме ставишь. Воу, 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 воу. Это серьезно сейчас было. Я, кажется, понял, в чем фишка этой карты. Едем. Типа надо туда-обратно ездить, да? Туда-обратно ездить, кажется, и пытаться... И убивать оппонентов, тех, которые сзади. Ты думаешь, что, типа, кто последний останется? Ну, не тот, кто последний, но посталкивать неприятно. Ой-ой-ой. Ох, охренеть, нифига себе. Туда наверх как заезжать-то надо! Надо. Главное бы не врезаться в того, кто будет съезжать. Это обратно. Я, здравствуй. Ой, привет. Привет. Ой. Я так некомфортно сейчас спускаюсь вниз, ты бы видел. Просто на спине так. Вижу тебя. Фух, ладно, едем дальше. Так, ну слушай, какая-то она вообще навороченная, да? Типа многоуровневая карта. Да вообще не говори. Я еще кого-то там подбросил, я как в качестве трамплина сейчас был. Прикольненькая. Так. Она немножко ломает мозг. Так, break my mind просто. Так, отлично. Так, я задел чекпоинт. Ты уже туда, да? Я доехал. Уже, да. Сейчас выезжаешь обратно. Я уже выезжаю обратно. И я тут тебе навстречу. Ой, привет, здорово. Подкинул тебя. Так, ну все, мне тоже за тобой, я тоже за тобой еду. Не падай, не падай, живи, пожалуйста. Нет, я упал, сломал бедро. Ну, у меня быстро заживает, как на собаке. Смотри, я вырвался на первую позицию, ты можешь в это поверить вообще? Потому что я апельсин. Это ненадолго. Потому что я апельсин. Я тогда буду сибирским ананасом. Апельсины number one. Вот что лучше, банан или апельсин, как ты думаешь? На мой взгляд, полезней апельсин. Потому что банан, он крахмалистый, и он, ну, как он сродни картошке на самом деле. Ага. И он очень много слизи дает в организме. Сопли от этого, всякие кашли там появляются и прочее. Что, прям вот так вот? Да, прям вот так вот, серьезно. Иногда бывает, знаешь, вот ты как бы живешь, и потом у тебя раз насморк начался или кашель. И тут ты понимаешь, что ты съел банан. А ты вроде не простывал нигде, и ты не можешь понять, что такое-то, вроде тепло было, все нормально, а вдруг у тебя кашель, там температура может появляться. А это просто слизь накапливается в организме вот от этих всяких крахмалистых вещей, от всяких мучных, от бананов, от картошки, от риса, там, ну не знаю, что мы вот едим мучное. Минутка на утка. Да, это типа аюрведа. Древняя наука о здоровье, вот она так говорит, что ну, просто слизь в организме скапливает. И реально, ты просто, допустим, каких-нибудь специй там поешь, такие, которые, знаешь, ну, выжигают все это. Угу. У тебя нормально вообще там все, весь кашель все проходит. Так что, ребятки, все не списывайте на простуду. Да, кушайте побольше... Бананов. Бананов. Чтобы болеть и не ходить в школу. Ой, мы столкнулись с одним парнишкой, улетели вниз оба. Это было весело, мне понравилось, хочу еще. Давай. Ух ты! Ну, то, как говорится... О, нифига это, себе! Это был ты я. Ты меня убил. Ну, я не хотел. Убивец. Слишком много апельсинов. Слишком много апельсинов. Апельсины, кстати, их важно есть в определенное время суток. Они тогда максимальную пользу дают. Допустим, утром самое лучшее время для приема апельсина. В обед так себе, а если вечером ты поешь апельсин, ты себя убьешь. Можно гастрит заработать, просто если вечером есть апельсин. Ой-ой-ой. Вы понимаете, ребята, только у нас самые полезные. Самые познавательные летсплеи у нас. Вообще. Будьте здоровы. А я знаю, что картофельный сок очень хорошо лечит язву, но если его пить в промежуток с какой-то по какой-то в мае, я вот не помню точно, но в мае, если с первого по девятое. Да, наверное.
то можно получить небольшое облучение. Ничего себе, это уже лучевое. Это серьезно. Да, так что надо очень аккуратно картошку кушать. Много картошки тоже вредно. Вообще, вот если проводить аналогию между бананом и картошкой, вот как ты говоришь, то, скорее всего, есть связь. Ну, конечно, во вреде и полезности одновременно. Бананы очень полезны. Если ты, допустим, вечером хочешь поесть, то лучше всего есть банан, потому что банан из всех фруктов, он вечером лучше всех усваивается, к примеру. Вот как-то так, да. И ты на утро потом встанешь не такой, как будто бухал целую неделю, а ты встанешь свеженьким, здоровеньким. Это хорошо. То есть я запомню. Это надо реально запомнить, потому что у меня как раз лежат бананы. И апельсины. Вообще из бананов можно много что готовить, на самом деле. Ну все, у нас уже уолрайт наш уже вообще, в принципе. Вот куда понесло, да? А что, прикольно, мне нравится. У нас на фоне такой, знаешь, тоже релаксирующий. Да дзен, правильно. Аюрведа, дзен, GTA, всего бы нет. Ракеты тут. Это новый жанр просто записи GTA роликов, дзен. Все же ищут что-то уникальное-то. А мы расскажем вам, как правильно питаться. Питаться, да. Чтоб не умереть. Ну, то не в то время, не в том месте скушайте апельсины, не поймете, что случилось. Ну да. Так, тихо. Переворачиваемся. Тем временем я с первого на третье. Здравствуй! Это был не ты, я понял. Здравствуй, дзен. Дзин-дзин. Дзин-дзин. Так, ты там всех убиваешь, я смотрю. Я нет. Или тебя кто-то сейчас только что убил. Так, это был товарищ. Это был Дед Мороз. Нет, это был крокодил. Не знаю, где связь. Крокодайл. The Crocodile. У нас еще может быть уроки английского языка в GTA Online. Ага. А еще мы можем рассказывать... Ой, это сейчас было, спасибо. Можем рассказать, где водятся крокодилы. Да чтоб тебя, вот это... Все, есть. У-у-у. Прошел, молодец. Да, я молодец. ДСК, я, кажется, очень сильно заговорился и потерял полностью связь между собой и игрой. О, да, это губительно для дзен. Так, я, короче, за тобой слежу. Ты очень красиво горишь. Здорово. Главное, мужик вышел вообще из машины. Главное, мне сейчас самому не сгореть. Давай, у тебя же респиратор на голове. Это важно, да. Это важный атрибут вообще для гонок GTA. Это твоя машина старая, что ли, стоит? Наверное. Нифига себе. Наплодил. Давай, взрывай его. Здравствуй. Ну все, ты практически... Ты на какой позиции едешь? А вот не знаю я вот... Погоди, куда ты поехал? Тебе назад, тебе надо было... Сейчас... Очень четко развернулся. Вот сейчас бы, если бы ты еще вернулся на трассу, вообще было бы очень круто. Я не знаю почему, но от гонки к гонке почему-то синяков на моем лице становится все больше и больше. Наверное, когда ты врезаешься, у тебя головой об лобовое стекло ударяется. Да, и они аккумулируются. Так, у нас очередной волдрайд. И главное, под такой, знаешь, меланхоличный дождик. Ну вот те вот огромные вот эти кольца всяких разных рамп, там, они меня что-то смущать начинают. Смотри, сколько здесь вообще всего, ты видишь? Я вижу. Это вообще какая-то жесть. Это как же не запутаться-то здесь? Так, поехали, чё стоим? Еще и дождь идет, у нас еще заносит. Ехаем. Ай, как я бездарно улетел. Ой-ой-ой. Так, кто-то меня пытался взорвать. Это вообще как? Давай, родной. Так, Я вообще потерялся просто. Как куль картошки взлетел. Так, и как ты это сделал? Как он меня взрывает, интересно? Вот это непонятно, потому что оружие было написано, что не разрешено здесь. А, нет, можно. Прикинь, кажется, можно оружие. Ну, это неинтересно. Так. Вот я, допустим, не взрываю. Мне это неинтересно. Да, ё-моё. Мне хочется карту пройти. Ё-моё, я тут рампу не могу пройти, она какая-то не очень ровная. Петля.
Она сразу же выбивает у меня стекло в машине. Ну куда ж ты едешь-то? Такие вот просто. Я вот... выжил из машины, прикинь. Я просто тупо вышел из машины. И таким образом я спас ситуацию. Офигеть. Ну да, режим, видать, сейчас поставил такой, что можно выйти. Блин, вот карта навороченная, но она как-то немножко чопорно сделана, да? Тебе не кажется? Что ну вот да. Эти сгибы такие очень-очень такие корявые. Она вообще какая-то не от мира сего. Ух, я хоть долечу сейчас до чекпоинта, надеюсь. Все, отлично. Ну так, давай, ладно, давай, едем. Я, по-моему... Не, я третий, я думаю, я последний. И последние станут... И предпоследние станут последними. Господи, в небесах такие громы молнии. О, я вообще не понимаю, что происходит здесь. Я уже всю машину вообще себе разбил. Я просто еду прямо. Еще пасмурно, да? Мрачно что-то как-то. Надо было, по-моему, утро ставить. Ясное солнечное утро. Так, все, прилетели. Фу. Что это были за взрывы, Джон? Я не знаю. Так. Господи. Как это можно пройти? Тут просто стыки вот эти, они очень сильно сбивают скорость и... Ну и да. Направление тоже меняется. Так можно и это, коленку содрать. Блинский блин. Какие-то сплошные вертушки у меня получаются. Что ты делаешь, ё-моё. Ты там где уже? Ты второй круг пошел? Угу. У него не кончатся какие-нибудь эти мины. Какой-то хейтер у тебя завелся. Да вообще не говори. Взрывает и взрывает. Ну в чем прикол-то, алё? Лёлик там тебя взрывает. Так. Сейчас бы в гонке взрывать все, что двигается. Так. Ой. Будет душе прощения или не будет душе прощения? Ну давай, да, пожалуйста, надоедь. Господи, я, по-моему, решил выпрыгнуть и разбиться. Так. Ну как там Дзен у тебя поживает? Очень неспокойно. Неспокойно, да? Неспокойно на душе, да. Господи, давай. Ну, пожалуйста. Зенторночка. Ну, почти прошел. Эх, печаль. Я только слышу, как ты там на геймпаде кнопки нажимаешь неистово. Да я напечатал. Да он минирует, понимаешь? Я еду, я пытаюсь проехать пару метров, он взрывает. Ничего себе. Беспредельщик. Ну, мы ему выговор сделаем. Так. Я пытаюсь как бы понять, как вот вообще ехать, двигать. Блин, так. Тем временем я завис на этой полурампе непонятной. Даже рампой это невозможно назвать, это вообще, не знаю, как прямая кишка. Тихо. Я развернулся задом, и я, по-моему, проезжаю. И я, по-моему, ее проехал. Офигеть. Все самые победы, они у меня случаются по случайности. Она такая достаточно медленная карта, еще такая... С дождем. Ну да, такая она, да. Это именно что, да, печальная. Печальная такая карта. Еще вот эти сами постройки, они какие-то такие мрачные. Не весело, короче. Не весело, но я лечу к тебе. Мне кажется, что я где-то сейчас тебя найду уже. Окей. Где-то я тут... Я чекпоинт перелетел, офигеть. Это ж когда такое счастье-то случается вообще? О, финиш. Все, я приехал. Ой, молодец. Ой-ой-ой. Да, молодец. Сейчас я тебя догоню. Я на четвертой позиции, но я тебя в целом догоню. Господи. За что? Как там другие поживают игроки? Ну, вроде как мы приехали с кем-то. С Лилипотом.
Угу. А, ты последний остался, тебе конец гонки, 2 секунды осталось. Ай-яй-яй. Главное, я красиво завис, понимаешь? Я не разбился, я в воздухе остался. А на этом мы закончим наше похождение в гонках в GTA Online. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ссылки есть в описании. Да, вот, всем пока-пока.